Детская больница в Солнечном готовится к открытию. Две недели назад из стационара выписали последнего пациента с коронавирусной инфекцией. Напомню, с 29 мая больница начала принимать пациентов с COVID-19. За все время там вылечили 38 детей. Сейчас в больнице завершаются работы по дезинфекции помещений. По новому требованию в палате должно быть не более двух кроватей, расстояние между которыми 1,5 метра. Обязательное условие для открытия стационара – проведение лабораторного контроля внутри здания на коронавирус. Такую процедуру в Красноярске будут проводить впервые. Теперь, когда к нам будут поступать пациенты по неотложной помощи, у них у всех необходимо будет брать мазки на коронавирусную инфекцию. И до момента получения результатов этих мазков пациенты должны будут располагаться в боксах или в маломестных палатах. И только потом, когда результат будет приходить отрицательный, они будут переводиться в отделение.